Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Первый удар по мячу и игра началась. Тут может что-то получиться. Но теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Какой удар! Мяч выбит. Угроза миновал. Он накручивает соперников одного за другим. Ставит корпус, укрывает мяч. Проходит эта передача. Может быть опасно. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. И это гол. По-моему, вратарь даже не понял, что происходит. Да происходит вот что. Шикарная передача и завершение такое же. Классика. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Посмотрим за этой атакой. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Дембеле. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Санчес. Может получиться интересная атака. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Апарседо Родригес. Модрич. Увидел открывание впереди, делает передачу. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И это шанс забить. Отличный сейв вратаря. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дембеле. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Хороший пас. Что тут получится? Модрич. В выгодной позиции игрок. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Дубль есть. Ну что, вперед за хет-триком. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Санчес. Месси. Герман. Да Сильва. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Санчес. Месси. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Апарседо Родригес. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отобран мяч, надо возвращаться.
Санчес. Это может быть опасная атака. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Игра остановлена. Будет угловой. И сейчас мы еще раз увидим, как был забит этот мяч. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды. Значит, угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Месси. Защита надежно играет, мяч отобран. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Не торопится арбитр со свистком, дает играть командам. Да Сильва. Тут может что-то получиться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Дембеле. Он с мячом и продолжает. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Пока неплохо. Навес в штрафную. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Фарфан. Модрич. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Оригинально сыграно. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Положение вне игры сигнализирует лайнсмен. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Любимый счет. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Отлично сыграно. Надо решать. Удар. Удар. Удар заблокирован. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Пас на ход может быть интересно. В выгодной позиции игрок. Штанга! На трибуну отправил мяч защитник. Санчес. Да, мало кто ожидал такого, но за несколько минут до... Есть адрес у этой передачи. Выбит мяч из штрафной. Апарсьедо Родригес. Это может быть опасно.
Отличный пас. Эриксон. Он просто не заметил оппонента. Грамотный пас, все по делу. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Да Сильва. Увидел открывание впереди, делает передачу. Нужно бить по воротам. Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. С углового мяч будет введен в игру. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Сложный мяч, лучше не рисковать. Защитник остался позади. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Партнеры поддерживают эту атаку. Он бьет. Арбитр назначает угловой. На коротке решили разыграть угловой. И подает в штрафную. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хороший пас во фланг. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Фарфан. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Херман. Тут защита справляется с потерей мяча. Санчес. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Посмотрим за этой атакой. Один отыграть можно. Вколачивай! Давай, подавай уже. Да Сильва! Гол! Мяч в сетке! Хороший гол со стандартного положения. Согласны? Великолепное исполнение стандартного положения. Счет 2-1. Отобран мяч, надо возвращаться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Надо забивать и сравнивать счет. И забивают они, довели дело до ума, наконец-то. Да, сравняли. Красавцы. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Модрич. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Совсем не обязательная потеря. Может получиться интересная атака. И выносится мяч из штрафной. Нарушение и штрафной удар. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Арбитр назначает штрафной. Санчес. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет равный.
Это может быть опасно. Аут. Ничья была бы закономерным исходом этого равного матча, но все еще может измениться. Модрич. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Месси. Не дали этой передаче раз. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отлично. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Тащит вперед мяч. Навес в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит. Ну вот и он, финальный свисток. Как говорится, дрались-дрались, пока не сравнялись. В первой игре в этом сезоне они положили в копилку 1 очко.